Всем привет, ребят. Ну что, давненько мы не бегали на следующего нашего смотра. Я решил сегодня сбегать, посмотреть, что там, какие изменения есть. У нас сегодня бравлер. Против него надо собирать фракцию святого. Так, что у нас порекомендовано? Гаргул, Хрон. В принципе, такое. Давайте сейчас попробуем пособирать, что у нас есть. Возьмем с собой Гаргула. Попробуем Афинку. Фрейку. Фрейя попробуем в сборке на дамаг урон, дополнительный удар. Так, однозначно берем Зефира. Не знаю, есть ли смысл лисицу сюда брать. В принципе, как вариант. Так, кто у нас еще есть? Хранителя я своего тоже возьму. Так, а вот такого интересного еще взять. Пробовать космо для убийства. Попробуем такой вариант. Такс, сейчас дополнительно я не знаю, как они будут проседать, не будут. Попробую их пособирать. Давайте начнем с Гаргула. Вот так, чтобы он у нас жил более-менее. Или попробовать. Давайте попробуем всем дополнительный дамаг поставить. В принципе, без разницы, поставим зеленого. Вот такой вот у нас Гаргул будет. И попробуем супер пэтами. Они тоже дополнительно наносят дамаг. Давайте так, чтобы Гаргул у нас жил подольше. Вот такой вот Гаргул будет. Дальше Рейка. На Фрейку поставим вот так вот. Фрейя собрана. Космо. Космо тоже будет у нас с дополнительным дамагом. Он у нас как подарки демона собран. Так. Что у нас на него поставить? Давайте вот так вот сделаем лучше. Так, космо собран, зефир. Так, зефир есть. Можно было бы, в принципе, и барда попробовать, как вариант. Так, кто у нас еще? Еще хранитель. Попробуем всех в такой вариации, в такой сборке. Так, сюда мы поставим, наверное, панчбокса. Так, есть. Вроде всех собрали. Ну, лисицу я не знаю. Смысл брать. А, еще Афинку не собрали. Думаю, кого-то пропустили. Попробуем тоже такой вариант. Тут можно прокачивать, не прокачивать. В принципе, от этого разницы никакой нет. Сюда поставим для подхила. Поставим Рудольфа. Так, вот такой вот состав у нас. Поехали. Попробуем. Попробуем, хоть посмотрим, чем мы сможем набить. Первый проходится на изи. Без проблем. Дальше будет веселей.
Заодно посмотрим, как проседают, не проседают. Да, наполовинку просели. Ну, он не отражает, в принципе. Поэтому пока не столь страшно, но дамажит. Интересно, интересно. С таким темпом можем и слиться. Наверное, надо, чтобы Гаргул быстрее включался. Нифига себе, Фрея. Фига себе, он дамажит. Фрея просто улетает, 30-й прорыв. Офигеть. Еще один такой заходик, и мы просто сольемся. Вот смотрите, нифига себе, Фрея минуснулась. Офигеть. Так, что-то я пропустил, походу. Так, ну, троих-то мы убили. Это хорошо. Но мне не нравится то, как они сливаются. Блин, надо что-то придумать интересное. Хотя по дамагу мы, в принципе, нормально дамажим. Может, не надо столько того дамага. Попробовать вместо дамага поставить им оживу, чтобы они хотя бы по два раза порезались. Как вариант. Но нереально жестко сливается. Если Фрейя сливается так быстро, то что говорить уже о других. Так, ну Зефира, наверное, оставим. Космо. Пробую, давайте попробуем с оживами. Космо 10-ю всунем. Как вариант. Может, конечно, поможет. Или попробовать вариант выживания. Пробуем, давайте. Так, ожива, выживание. Все равно тестируем пока первый раз. Это попробуем с ожогом. Интересно будет просто, кто как проседает. Может попробовать Барда в такой сборке. Будет ли он проседать или нет? Кстати, как вариант, давайте попробуем вместо Афины. Попробуем Барда поставить. Плюс он дополнительно, если что, еще резнет. Интересно, или он сольется. Стартануть, попробовать. С Барда даже. Интересно. Посмотрите на эту, на Фрею. Минус Зефир сразу же, причем. Офигеть. Но реально от Барда здесь польза есть. Он резать будет. Конечно, вряд ли мы что-то кого-то тут сольем. Так, ну выживание работает, я смотрю, неплохо на Гаргуле. Гаргул не так проседает. Блин, а Бард реально красавчик. Посмотрите, что делает. Хорош. Реально есть смысл ставить сюда Барда. Надо попробовать, наверное, всем выживание поставить. Чтобы они так сливались. Плюс Бард дает отхил, превращение урона в отхил. Здесь он реально очень полезен. Не знаю, ли мы успеем затащить. Но от него реально толк очень большой.
Хранитель у нас тоже держится. Так, минута осталась. Ну, в принципе, должны успеть. Итого у нас космос сливается и зефир. Попробуем сейчас на них поставить выживание. Как вариант. Остальные вроде держатся пока что. Так, ну что, нам хватит времени? Так, Фрейку слили. Да, надо пробовать ставить выживание на героев. Блин, обидно будет, если не затащим. Придется потратить еще одну попытку. В принципе, должны успеть. Да, ребятушки, бардики здесь тащат. Он тащит везде. Отлично. 3 осколка розы, нифига себе. Вот это да, вот это подгон. Давайте пробуем, тогда ставим всем выживание. Пофиг на этот дамаг. Так, кто там у нас есть? Фрея. Так, у меня есть, в принципе, и другая Фрея с стойкостью. Давайте попробуем ее поставить. Плюс выживание. Так, дальше Космо меняем. Ну, Космо оставим таким, просто поставим выживание. Тут вариантов у нас особо нет. Либо перекачать оживу. Поставить. Я гляну сейчас, если у меня есть оживу. Убрать ПДшку. Мне ПДшка. Хотя мне и ПДшка нужна. Мы попробуем такой вариант. Сначала 10-ю оживу, а плюс выживание. Так, есть. А дальше у нас зефир тоже слился. Че, демо бравлера было. Так, тоже ставим выживание. Вроде как бы все, поехали. Второй заходик делаем. Так, фронтин. Выбираем, ставим другую Фрею сюда. Все готовы, поехали. Стартуем опять с барда. Так, хрон просел. Фу-фу-фу-фу-фу. Все, ребята, барда нашего ушатали. Причем ушатали очень быстро. Может, это на него попробовать выживание тоже поставить, как вариант. Сейчас всех, наверное, разберут очень быстро. Ну, по крайней мере, толк от него есть. Не знаю, сколько там сейчас набивают в топах. Я давненько не бегал, но... Так, все, нас всех ушатали. В итоге, без дополнительной попытки, мы набили 4.43. Тут уже даже по 300 понабивали. Так. Блин, ну бард кайфовая тема. Правда, он слился. Попробуем сейчас его с выживанием еще разок. Может, с выживанием он затащит. Если бы его не слили, в принципе, мы бы больше набили. Такс. Может, истинная вера.
по кулдаунам. Хотя я думаю, что так его сливать могут. Поехали, попробуем такой вариант. Минус хрон. Так, бард, держаться надо. Хрона вообще слили нафиг. Сколько у нас было в первой попытке? 43. Сейчас посмотрим, что у нас в этот раз получится. Так, опять космос слился. Не, ну с бардиком однозначно получше не держится. Единственное, для космо надо, наверное, быстрее набор делать. Хотя толку от этого никакого. Как сливался, так и сливается. Но в этот раз мы должны больше однозначно набить. Так, бард резать будет кого-то или нет? Отлично, резнул. Смотрим. Пишите в комментах, кто бегает. Возможно, есть какие-то лазейки. Покажу обязательно, чтобы больше народа набивало и имело лучшие плюхи. Опять же, все не могут иметь хорошие плюхи. Хотя бы те, у кого есть возможность, будут набивать больше. Все, барда у нас слили. Ну, однозначно мы сейчас должны больше набить, нежели в прошлый раз. Итого, с доп. Попыткой у нас получилось 4119. В принципе, неплохо. Тут видите по-разному, кто как. 4-4-300 вот есть понабивали. Ну, будем искать. Я уже давненько не бегал на него. Другие варианты. Возможно, Афину надо было оставить для дамага, чтобы заряжала и ускоряла героя. Кто его знает. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.